Так что вы здесь делаете? По одной легенде, в джунглях Амазонки есть одно дерево, способное вылечить любую болезнь. Но если попадет в дурные руки, то может навлечь ужасное зло. Я убеждена, что легенда правдива. Очень зря. Я найду его. Конечно. И вот только представь, сколько жизней можно спасти. Я искал это дерево дольше, чем кто-либо. Прочесал все деревни, все острова. Тщетно. Ты еще что, чего не найти? Но у тебя не было ключа. Может, ограничимся туризмом? Слонов посмотрим. На Амазонке нет слонов, и они мне даже не нравятся. Слушай, всем нравятся слоны. Что главное знать о джунглях? Все, что вы видите, хочет вас убить. И может. Спокойно. Они чуют страх. Я не боюсь тебя. Господи. Кому нужна подлодка на Амазонке? Огонь! Фрэнк! Прощай! Хватайся! Держись! Зацепился? Зацепился. Ну уже. Зацепился. Фрэнк? Отцепился! Нет, хватит, оставь меня в покое, это какой-то кошмар. Вышло слегка не по плану.